Акция «Поздравляем леди за рулем» уже стала традиционной и проводится в Сочи несколько лет подряд. Сценарий не изменен. На стационарном посту ГИБДД инспектор останавливает автомобиль с женщиной за рулем и вручает букет цветов. Автолюбительницы поздравляли с Международным женским днем, желали счастья, здоровья, хорошего настроения и внимательности на дороге. Когда водитель девушка в хорошем настроении, она меньше нарушает правила дорожного движения. Это, кстати, установлено. Поэтому желаем всей прекрасной половине человечества побольше улыбок и поменьше неприятных ситуаций на дорогах.